Вау! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Сегодня я заказала на запрещенном сайте Wednesday Адамс. Будет очень круто, так что обязательно подпишись на канал, включи VPN и напиши свой комментарий, потому что самый топовый комментарий попадает в мое видео, как этот. Ребята, слушайте, короче говоря, лазила я по черному инету и наткнулась на Wednesday Адамс. Это крутая, проклятая Wednesday. Она более какая-то настоящая, мультяшная какая-то ее версия. Но как бы это единственное то, что сейчас я смогла найти. И я ее заказала к себе домой ровно в 3 часа ночи. Сейчас по всей моей квартире установлены супер ультрасовременные камеры. Они движутся, это камеры-роботы, которые могут поворачиваться и следить за предметом, за тем, что происходит в каждой комнате. У меня в каждой комнате такая камера, и прямо сейчас, ребята, уже, скорее всего, доставка пришла, и Wednesday Адам из семейки Адамс в реальной жизни бродит где-то по моей квартире, ребята, и мы с вами посмотрим, что же интересненького этот черный сайт преподнес нам в этом мистическом квесте, друзья. Обратный отсчет. 3, 2, 1. Погнали! Так, ребята, прямо сейчас я смотрю, что происходит на скрытых камерах. И да, Wednesday Адамс уже у меня на кухне. Посмотрите, камера ее засекла. Она прямо сейчас стоит на кухонном столе у меня в комнате. В реальной жизни, ребята. Вот камера уже на другую половину моей кухни. То есть Wednesday, походу, так и стоит там на столе, потому что с обратной стороны я не вижу, чтобы была открыта дверь или она куда-либо пошла. Ее нет. Она, скорее всего, осталась там стоять. Нет, ребята, ее нет. Посмотрите, камера зашла на стол. То есть Wednesday ушла. Ну, как она прошла мимо закрытой двери, ребята. Сейчас я смотрю на камеру, которая у меня установлена в туалете. Это тоже суперсовременная скрытая камера, которая может двигаться и следить, искать предметы, потому что, ну, они могут перемещаться по-разному. Итак, сейчас опять камера переключила меня на кухню, ребят. Вещь, вы видите, там вещь, очуметь, ребята, это вещь, это рука Wednesday, лучший друг, она прямо на столе стоит, посмотрите, она как будто бы замерла, сначала там была Wednesday, а теперь там вещь, рука из Адамс, ее лучший друг, обалдеть, реально к нам пришла не только Wednesday, и это очень круто, но и вместе с вещью, с рукой, ребята, которая ходит, бродит и разговаривает какими-то жестами. Это очень круто. То есть я заказала Wednesday, а вместе с ней пришла и вещь. Нет, слушайте, было похоже, как будто там в углу вещь. Но это, походу, какая-то игрушка-мишка. Нет, вот еще одна камера, которая установлена у меня в зале, ребята, то есть в игровой. Короче говоря, камера, робот-камера проходит везде, посмотрите. И здесь мы ничего не замечаем, то есть здесь Wednesday Адам нет. Но пока мы ищем ее, где она у нас находится, главное, чтобы она не зашла в эту комнату. Но эта комната у меня заперта на 100 замков, поэтому навряд ли она сюда проберется, ребята. Вот камера роботная. Офигеть, посмотрите, нет, сейчас резко переключилась. Камера зафиксировала движение. Стоит Wednesday Адамс в юбке, поглядите, стоит. Стоит в зале прямо там. Сейчас ее не было, и она вдруг очутилась. Поглядите, короче, камера имеет функцию того, что она мне переключает и показывает изображение картинки, когда она засекает какое-то движение в обычном... что-то с камерами, они, ребята, просто поглядите, они постоянно какой-то шум происходит на камерах, то есть какие-то поломки, видимо, потому что это Wednesday Адамс, какая-то потусторонняя сила или какая-то, ну, не из нашего мира, короче, этот монстр, и происходят помехи, потому что, ну, как всегда, когда происходит какая-то потусторонняя нечистовщина, всегда вот, ну, какие-то начинают, понимаете, там телевизор ломаться, камеры рябить и так далее и тому подобное. Камера дальше проходится по маленькому коридору. Как раз вы сейчас видите вот эту дверь мою в комнате, в которой я снимаю. Вот она, эта дверь. Она закрыта.
закрыто, посмотрите. Сейчас мне показывают камеру с кухни, робот попал, решил еще раз проверить, но там сейчас нет ни Wednesday Addams, ни, к сожалению, вещи тоже нет. Они как будто бы ушли, но мне что-то не верится, почему так быстро, ребята, быстро просто была вещь, была сама Адамс здесь, и сейчас ее просто нет. Я не знаю, просто даже не представляю, что могло произойти. Ребят, одним из самых крутых фишек покупки на черном сайте именно Wednesday Addams было то, что, в принципе, мы можем увидеть ее не только на скрытых камерах, но и вживую. То есть, и я, друзья, скорее всего, могу попробовать рискнуть и в конце этого видео посмотреть на настоящую Wednesday Addams своими глазами. Ну, конечно, вам показать прямо с камеры своей вот с этой. Пока сейчас мне страшноватенько, и я наблюдаю за Wednesday Addams при помощи своих супер-ультра-современных скрытых камер в реальной жизни, ребята. Но Wednesday Addams почему-то нет, или она уже ушла из моей квартиры, или что-то произошло, я не знаю, что-то случилось. Может быть, она поняла, что ее снимают, в принципе, я не знаю, и могла уйти, но вообще по времени она должна быть чуть-чуть подольше. Там получается, что если ты в 3 часа ночи заказываешь, в течение получаса или часа, ну, то есть с 3 до 4, вот она, Wednesday Addams, Wednesday Addams, но она какая-то как кукла, она дышит, поглядите, реалистично дышит, но у нее нет лица. Что это за версия такая новая, Wednesday Addams без лица? Она выглядит достаточно жутко, она находится прямо в коридоре, буквально в нескольких метрах от меня, в коридоре, прямо рядом с моей комнатой, ребята. Камера переключилась сейчас на уборную комнату, не знаю, почему что-то показалось, вообще в основном в уборной комнате очень много пауков, возможно, она заметила, что там, ну, какое-то движение и решила проверить, ребята, но там нет ни вещи, ни Wednesday Addams, она была у меня, прямо была в коридоре, ребята, я это видела, я это просто не то, что вижу, я это слышу, я ощущаю, что Wednesday Addams ходит по моему дому, знаете. Что самое интересное, то, что когда кто-то из семейки Адамс появляется в вашем доме, то, возможно, ну, каким-то методом они могут, ну, Wednesday в детской, Wednesday в детской, посмотрите, она что-то, она куда-то смотрит, она что-то разглядывает, я не знаю, камера-робот смотрит прямо на нее, очуметь. Когда камера переключается, это говорит о том, что, скорее всего, Wednesday Addams исчезли или ушла в другую комнату, ребята, это просто нереально крутой заказ на черном сайте, друзья, если вам нравится, обязательно напишите в комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я заказала. Может быть, еще кого-то из семейки Адамс, а может быть, какого-то нового супер, я не знаю, монстра или злодея. Короче говоря, ребята, вот эти камеры очень крайне дорогущие, которые я заказала. Они, видите, они со следящим эффектом, они следят за тем, куда перемещается призрак, дух. Неважно, кого я закажу, они за человеком следят, и за собакой, и за призраками. В общем, это ультра новые камеры с прокачкой, с полной. Чумовые, дорогущие камеры, и они очень классно снимают, правда, в черно-белой картинке, ребята, но это нам не мешает видеть настоящую Wednesday Addams. Она так и стоит в детской комнате, я не понимаю, она куда-то смотрит, она смотрит на кровать, где спит Алиса, или она просто смотрит в стену и качает головой. Опять же, камера переключилась в коридор, но в коридоре, к сожалению, никого нет, ничего и никого нет. Почему она переключилась, ребята? Видимо, она, видимо, может быть, там пробежала вещь, видимо, пробежала рука, и она просто не успела ее словить, ребята. Но я очень довольна этими камерами, это нереально круто. Оу, что случилось? Посмотрите, какие жуть, какие были помехи, походу, одна из моих камер, ребята, просто сломалась, или ее сломала Wednesday Addams, или вещь, слушайте, возможно, они поняли, что мы наблюдаем за ними, и взяли, и сломали одну из моих камер, только я, к сожалению, не могу понять, что это за камера. Ребята, какая камера сломана, к сожалению, я не вижу. Опять же, мы просматриваем все, кухню, зал, коридор, детскую, и даже камера у меня находится в туалете, чтобы поподробнее и поближе опять...
Черт, еще что ли одну камеру сломали? Ребяточки, это просто жесть. Она просто подряд ломает все мои камеры. А они ведь пипец какие дорогие, ребята. Слушайте, точно это персонаж, это просто крипта. Ребята, это просто криптовый. Сейчас у нас получается просто ролик. Я вообще в шоке. Самое интересное то, что я сейчас себя заставляю просто взять и пойти, и посмотреть, когда Уэнсли Адамс покажется, например, в коридоре, пойти и заснять ее прямо сейчас в реальной жизни, не со скрытых камер. Мне хочется ее увидеть своими глазами и вам показать, как она выглядит в реале, чтобы она была в цвете. Если, ну, у нас получится это заснять, обязательно в конце этого видео вы увидите реальную Уэнсли Адамс в реальной жизни. Это просто феноменально, ребята. Я, ну... Вот она куда смотрит, посмотрите, Уэнсли Адамс смотрит на кровать, где спит моя старшая дочка Алиса, ребята, что она хочет, слушайте, а может быть она хочет с ней подружиться, я не знаю, что это странно, может быть она накладывает какое-то проклятие на эту кровать, воу, она исчезла, ребяточки, она... исчезла, это просто сумасшедшее, и опять же, они ломают камеру, я не знаю, или какие-то помехи делают, что происходит, камеры то перестают снимать, возможно, что-то происходит во время того, как эти камеры сломаны, я не знаю, что вам сказать, ребята, но просто это реально полная жесть, я не понимаю, почему я больше нигде не вижу вещь, почему Адамс, я... вижу, но, возможно, значит, вещь специально на этом задании ломает какие-то камеры, чтобы я меньше могла чего-то увидеть, ребята. А вы, кстати говоря, напишите в комментариях, пока мы следим за этими камерами, смотрели ли вы новый сериал Уэнсли Адамс и видели вы ролики в ТикТоке, где очень-очень сейчас залетает очень круто танец Уэнсли Адамс, где все танцуют, все повторяют. Это прям такой крутой флешмоб от Уэнсли Адамс. Просто очень крутой танец, который все везде танцуют, ребята. Я, кстати говоря, тоже могу заснять типа такого танца, если подучить в Яппе, ребята. Так что все мои соцсети есть внизу по ссылке в описании. Вот она, Уэнсли Адамс, она в коридоре. Ну что, ребята, вы готовы? Может быть, все-таки пойдем, выйдем и посмотрим реальными глазами, как выглядит Уэнсли Адамс. Но она без лица просто выглядит как-то нереально. Она выглядит... не по-настоящему, я не знаю, возможно, так камеры переносят, переводят, возможно, это такая версия, которую я заказала, то есть там было указано, конечно, что Wednesday будет ну, в более такой игровой форме, возможно, в той форме, в которой там будет прокачка Роблокса или еще что-то похожее на такую импровизацию Wednesday, я не понимаю, почему она без лица, но это точно она. В общем, ребята, все соцсети будут в закрепленном комментарии, все-все-все соцсети на Яппе, на Рутюбе, на ТикТоке, Дзене и везде-везде, где только можно. Подписывайтесь, ребята, в ВК, клипы, тоже снимаю короткие ролики. Смотрите, где вам удобно, в Одноклассниках, короче, все ссылки, одна ссылка, и там, короче, перейдете по ней и подпишитесь, если захотите, конечно. Сейчас, кстати, активно на Яппе снимаю очень много видосиков, так что если вы скачали Яппе, то тоже обязательно переходите, лайкайте, снимайте коллабы и так далее. Так, ну что, ребята, я смотрю, что Уэнсли Адамс у нас периодически то в одной, то в другой комнате появляется, но больше я ничего такого не вижу, потому что мне бы камеры постоянно, ребят, камеры постоянно портятся, и тяжело что-то либо разглядеть, а мне бы хотелось бы увидеть помимо Уэнсли Адамс, может быть, еще какие-то вещи, но ничего, к сожалению, ничего не оставлено Уэнсли Адамс, никаких следов, и, кстати, кроме того, что вещь, рука эта вещь была... на кухне, больше мы ее так с вами и нигде не встретили, к сожалению, и сейчас я вижу, что она не появляется достаточно долго, уже ни на кухне, ни в коридоре, некоторые камеры у меня сломаны, поэтому... Блин, мне так жалко, они, ребят, реально дорогие, я надеюсь на то, что их, возможно, будет починить эти камеры. Во, опять Уэнсли стоит в коридоре, ребята, это просто наш шанс, нам необходимо прямо сейчас подняться и пойти посмотреть на реальную Уэнсли Адамс, друзья. Сейчас камера переключится, если она перестанет ловить Уэнсли Адамс. А, значит, она осталась там, сейчас поглядим, она прямо реально, посмотрите, со всех фронтов ее снимает. Так, сейчас она переключилась на кухню, быстро, детская комната,
Ребята, ну сейчас уже до конца посмотрим. Еще зал. Возможно, он работает. Сейчас я на него попробую переключиться. Вот, зал. Так, сейчас смотрим здесь внимательно. О, нет! Опять камеры. Камеры, что-то с камерами плохо, ребята, совсем происходит. Так, 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 ничего, ничего, нет, пусто. Скорее всего, Венсдей Адам стоит в коридоре, ребята. Так что нам пора отправляться ее поглядеть, посмотреть, что она там делает. Просто я не понимаю, почему камера так отчетливо все проверяет, все смотрит, нет ли еще чего-то, каких-то предметов. Возможно, я что-то не заметил. Возможно, вы заметили какие-то странные предметы, которые как-то связаны с Венсдей Адамс или вообще с семейкой Адамс. По крайней мере, я ничего не замечаю. В общем, помимо вещи и самой Адамс, мы ничего здесь не увидели, ребята, поэтому нужно отправляться вместе с камерой и попытаться все-таки посмотреть своими глазами в реальной жизни на Венсдей Адамс. Я не представляю вообще, как она будет выглядеть, будет ли она выглядеть вот так же, как и кукла, или, может быть, она как-то будет выглядеть по-реальному, может быть, реальная Венсдей Адамс появится, ну, или что-то типа. В общем, ребята, я, наверное, отключаю наши скрытые камеры, ничего я больше такого странного не заметила, поэтому, ребята, отключаю, и сейчас, прямо сейчас мы пойдем с вами в коридор и посмотрим, где у нас Венсдей Адамс, ребята, находится. Погнали! Вау, вау, очуметь, ребята, просто поглядите, это реальная Венсдей Адамс, и она, друзья, она танцует свой знаменитый танец, мы можем даже подойти к ней поближе, нереально, просто поглядите, ребята, это офигеть, реальная Венсдей Адамс у меня дома, друзья, достойно. Просто очуметь. Ну, друзья, все. На этом заканчивается это видео. С вами была Королева Мистики. Всем пока!